Оружие в мечту ОМОН захватил с собой не на всякий случай. Здесь никто ничьей жизни и здоровью не угрожал, если только не считать малоподвижность, нездоровое питание и вредные привычки, присущие кое-кому из молодежи. Вот о том, как быть здоровым и спортивным, и рассказывали мечтовцам сотрудники ОМОНа, СОБРа и того подразделения регионального УМВД, что ответственно за профессиональную подготовку полицейских. Практические занятия начались после выставки оружия и урока теории. Свой вклад во всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка» внес и этот собравец и мастер спорта. По имени не назовем и лицо не покажем, боец секретный. Не просто так во время спецопераций сабры маски носят. Он продемонстрировал несколько разминочных упражнений, с которых полицейские начинают свои тренировки. В акции принимает участие именно спецназ и ОМОН от того, что они самые подготовленные, а значит и самый лучший пример для молодежи. Мастеров спорта где-то 10%, и кандидатов в мастера спорта, ну, вам в СОБРе практически все, а в ОМОНе, ну, чуть поменьше, я думаю, 80%. Полицейские в неформальной обстановке рассказали о своей службе, о роли спорта в их жизни и ответили на вопросы о технике выполнения отдельных упражнений, нормах ГТО, об отборе в учебные заведения МВД. Цель акции – пропаганда здорового образа жизни и даже, быть может, профориентация подрастающего поколения. Все в итоге получили заряд бодрости и хорошего настроения. И, выражаясь языком рапортов, за время проведения акции происшествий не произошло. Общая оценка зарядки – хорошо. Сергей Быковский, Константин Тимиргалеев, телеканал «Первый областной».